Всех приветствую. Ну что, давайте продолжать наше прохождение. По-моему, нам нужно было слева держаться, чтобы озеро у нас было, и идти сюда. Так что давайте возьмем в руки пистолет, чтобы на нас монстры тут сильно не нападали. И давайте попробуем пройти. Да, ну конечно, жесть. Я не думал, что она будет нашей сестрой, а мы тем ребенком, который выживет в начале. Прикольненько, прикольненько. Интересно, что нас ждет дальше и насколько длинная эта игрулька. Ну, то есть успеем мы ее в серии за 5 пройти по полчасика или будем серии 15 записывать? Да, но управление все-таки здесь реально ужасное. Особенно стрельба. Так. Угу. Это листики, понял. Я думал, уже кто-то ползет. Так, сейчас, секунду, секунду, секундочку. Все, поехали. Только единственное напрягает, то что бегать надо вот так много. Или как-то локации поменьше сделать. Потому что сколько, мы уже минутки две с вами бегим и... Что-то вообще ничего не происходит. С одной стороны это хорошо, пусть вообще монстров теперь не будет. Но с другой как-то это все медленно происходит. Так, что это у нас тут? Автосохранение, грибочки... И опять, да? Налево и направо. Ладно, идем по мосту. Стоять. Это что такое? What? Что? Так, мы тут не провалимся случайно. О, здорово. А ты кто? Так, нам налево либо направо? Окей, ладно, давай налево. Кажется, не будем изменять традициям, пойдем налево. Я просто не помню, куда нам нужно. Кажется, куда конкретно? Ага, о, господи. Так. 0-9-4. Ага, держи реку слева и продолжай идти. Хорошо, ну и раз реку слева, значит нам вот сюда и нужно идти. О, здорово. Так, так, сначала с этим. Сначала с этим разберемся. Тонечка. Так, аккуратно. Ужасная сенса, просто ужасная. Особенно когда подходишь к предмету какому-то, смотрите, прямо аж телепать начинает. Ой-ё, это ля-ля-ля какой. Бежит обнимашки, да? Это нашего персонажа начинает телепать, но ну, вы сами видите, вот все. Что это такое? Че за бред? Так, хорошо, пошли. Ничего не вижу, а этот туман отключить как-то можно или нет? Или это чисто фишка этой игры? О, здорово. Блин, иногда надо 10 патронов, а иногда 2 откисает. О. Да, потом. О, а у нас патрушки закончились. Шикарно. Иди, их тут пополнить можно. Но если сейчас дальше не будет, то у нас проблемы. Говорится, Хьюстон. У нас проблемы. Так, очередная записка, да? Ну? Алло, дай. Прочитай. Да, я проснулся от тех самых звуков топота.
и поняла, что вход в моей палатке открыт. Саксона нигде не было. Я отправилась на его поиски. Тщетно, не могу же бросить его здесь и уйти, несмотря на страх перед возможной находкой. Надеюсь, с ним все в порядке. Да-да-да. Говорится, Саня, ты в порядке? Ты в порядке, Саня. Во, потрошки. И тупик, да? Я так понимаю. Но я держался всегда левой стороны. Да, здесь тупик. И чего? Назад идти? Man, I really didn't dress right to go on a hike today. Так, определенно одет не для такой вылазки. Ясненько, понятненько. Ладно, бегим назад. Вот, блин, тупик. Так, настало время вернуться. Даже полюбоваться тут нечем. Ну да. Ладно, пойдем направо. Тогда смысл было говорить мне, чтобы я держался слева от речки. Так, возьми ствол и побежали тогда вот сюда. Так, значит, нам сюда. Блин, как же его сипает, когда он с предметами какими-то взаимодействует. Эй, ты уже на кладбище? Нет еще. Я наткнулся на развалины каменного дома. Возле болота это странный домик Нуби. Что-то вроде исторической достопримечательности посреди леса. Это построил один из основателей того культа, в котором состояла бабушка. Серьезно? Для тайного общества они шибко скрывали свои культовые делишки. Да нет, они хорошо потрудились, чтобы большинство членов осталось неизвестно. Да, они действовали подобно братскому ордену. Всякое темное мрачное дело происходило по ту сторону закрытых дверей, и лишь несколько избранных принимали участие. Ага. Кроме шуток. Так или иначе, это Нуби был довольно известен здесь. Надеюсь, Клопси в порядке. После того, как он построил свой дом, множество детей пропало в окрестных лесах. Местные подозревали его, но не смогли найти, наверное, доказательства, да? Самую большую известность ему принес символ культа. Ты наверняка видел его развешенные по лесу, эти странные штуки. Да, это какая-то странная руна, олицетворяющая то, что здесь очень быстрый текст. Так, я не смогла найти никакие доказательства. Блин, а можно еще быстрее вот это, чтобы был текст или нет? Тут, кажется, разработчики два варианта. Либо делайте медленный текст, либо переводите. Ну да, я в начале игры предупреждал, что если не буду успевать читать или буду как-то тупить, то я не успеваю читать и туплю. Говорится, держу в курсе. Так, ну, давай, забери. Алло, Ира. И, кстати, что он там за подарок нам готовит, мне интересно. Так, здесь нам больше не интересно, да? А не интересно. Во. Хорошо. Так, ага. А я думаю, что за музыка началась? А это наши топотуны идут, да? Как там? Топот от копыт, пыль по полю летит. Все, до побачення. Ой-ё-а, еще один. Ля. У него еще язык внутри пуза. Прикольно.
Она, наверное, не только обнимашка хочет, но еще зацеловать меня, да? Пистолет говорит, давайте поцелую. Стой, перепрыгнуть, перепрыгнуть. Ужасное управление стрельбы. Криса, давайте почитаем, сколько раз за игру я это скажу. Уже вроде 7-й раз был. А это только начало. Крис, мы недавно только серию назад с вами пролог только прошли этой игры. Так, бегим. Блин, а я не вижу, куда идти дальше. Ага, вот вижу. Вижу, вижу, вижу. О, аптечка, патрошки. Давай, отлично. А я так и не научился, конечно, аптечкой пользоваться. Или она, может, автоматически восстанавливается. Интересно, а кто этот добрый, кажется, человек? Здесь развесил аптечки и нам потрошки оставил. Все, здесь тоже, да, тупик? Ну? А присесть? Тут можно присесть? Не, присесть здесь нельзя. И чё? А что ты мне предлагаешь? Ага, очередная записка, ладно. Давай посмотрим. Так, как же холодно, в какую бы сторону я ни пошла. Деревья концам и края не видать. Те звуки становятся все ближе с каждым часом. Прости, Саксон, ты был хорошим мальчиком и не заслуживал этого. Но ты не хочешь достать телефон и сказать, что типа... Алло, сестричка, мы... Заблудились, он не может присесть. Нет, тут кнопочки для приседания. Ладно, бегим назад. Чё могу сказать, бегим назад. Мы реально, наверное, пошли не туда. Блин, хоть бы карту какую-то дали, я не знаю. Так, держи руку слева и продолжай идти. Да, держу. Держу. Это нам придется сейчас вернуться аж назад-назад и пойти не туда, куда мы пошли, а через этот, как его, через право. Когда все закончится, я просплю целую неделю. Было бы неплохо. Крица такой, чисто разбудишь меня в мае. Так, здесь потрошков нету? Нет, нема. Мы вроде все залутали. Ну давайте тогда возвращаемся назад. Возвращаемся назад. Не знаю, почему персонаж мне здесь приседать не может. Тупо как-то это все. Ну ладно, ладно, побежали. Побежали вот сюда. А тут я уже не помню, откуда мы там пришли, либо куда и нам тут надо. Так, ну здесь тупик, все. Там, что там тупик. Так, здесь у нас, здесь правильный путь. Я без понятия, что тут комментировать, ребят. Ну, бегим. Бегим. Можно, я думаю, наверное, параллельно книгу какую-то открыть. И почитать вам книжку. Чё, может, в следующей серии там Гарри Поттера почитаем? Пока мы с мы тут будем бегать. Так, вроде бы да. Вроде бы сюда. Сейчас нужно будет направо повернуть. Хотя, если по логике, вот мы сюда... Я и шел сюда, то река у меня слева была.
Какой прекрасный день. Какой прекрасный пень. Какой прекрасный я. И песенка моя. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Мне нудно. Мне нудно, мне нудно. Так, тут где-то должен быть знак. Где-то должен быть знак. Вот и знак. Да, мы отсюда пришли. Значит, пойдем сюда. Но других вариантов нету. О, автосохранение. Пошло автосохранение. Хорошо. И да, здесь обычного сохранения тоже нету. Не знаю, почему они так сделали, но... Сохраниться в любой момент не получится. Так, бонжур. Так, река слева, но река получается сзади нас. Ага, вот и музыка напрягающая. Значит, где-то здесь должны быть эти монстры. По идее. А может и не должны. Ага, вот. Очередной знак, хорошо. Хорошо, значит, что-то должно начаться. Странный бабайк, давно не встречали. Ага, опять развилка, да? Опять развилка. Ладно, ладно. Пойдем налево. Как обычно, пойдем налево. Ладно, давай попробуем. О, автосохранение, аптечка. Нужна мне аптечка? Не. Нас пока месяц это не интересует. Хорошо. А потрошки нас интересуют? И потрошки нас не интересуют, значит... У нас все хорошо. Ага, много тут потрошков. И как раз много здесь и монстров. А ты закончится... Ой, ты закончится не хочешь, алё? Ух ты, ё, сколько их здесь, смотри. Так, самое главное сейчас с этим разобраться. Алё. Бабайка, заканчивайся. Мне реально так потрошков не хватит. На всех вас. Да сколько можно, алё? Сколько можно, сколько можно? 7 потрошков, алё, 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 отстань, отстань. Повернись. У-у-у, мы еле справились. 4 потрошка осталось. Сейчас, если... Еще кто-то будет бежать, то это все, это крыса. До побачення. Ладно, давай мне хотя бы 12 потрошков. На крайняк просто убежим. Все, хорошо. Перезарядись. И здесь тоже вроде где-то есть, да. Не понимаю, зачем столько много раз нужно в них стрелять. Ну, типа 2-3 пульки сделали бы, и неплохо было бы. О, еще. Ой, ё. Я не попадаю, я не попадаю. А, еще один кукусик. Еще один кукусик. Еще, да? Блин, а куда мне идти? Я уже заблудился. У, испугал меня, падла. Так, нам вроде сюда. Правильно ж?
Или неправильно? Тут все одинаково так выглядит, что это же... Не понимаю, правильно я иду, либо неправильно я иду. Так. В следующий раз пойдет сестра первой, все. Я ничего не знаю. Погоди, это мы вернулись, либо это мы... Или это шо? Это мы? Это кого? Куда? Алло. Куда нам надо? Так, 40 патрушков есть, хорошо. По звуку вроде кто-то бегает здесь. Угу. Тупичок, да? Так, здесь опять тупичок. Давай вернусь назад и попробую другой путь. А давай не будем. Давай мы, в принципе, на этом и закончим. Продадим квартирку, заберем сестру и уедем. Как тебе такая идейка? Я думаю, неплохая. Так, ладно, пошли тогда. Ось-ось-ось. Но зато теперь будем знать, где у нас лежат куча патрошков. Не знаю, во время ветра нормально ли меня слышно, либо ненормально. Вы все равно мне в комментариях не напишите, я не знаю, что вы. Вообще ленивые. Ни лайк не поставить, ни комментарий написать, ни подписаться. Так что... Так что будет как будет. Так, аптечка нам вроде тоже не нужна. Самое интересное, если сейчас и здесь будет тупик, то куда дальше идти, я уже, честно, без понятия. Ой, ё! Ё-мо. Так, погоди, 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 перепрыгни. Алло. Перепрыгни, перепрыгни. Ну, повернись. Повернись, повернись. Так, беги назад. Беги назад, нужно их встречать вот. Так, ребят, я застрял, я застрял, я застрял. Отстань, пожалуйста, от меня. Блин, бесишь меня. 54%. Ой, ёп. Так, дыши глубже, Дэниел. Все в порядке. Тогда и не говори. Не говори, мы просто чуть не отъехали сейчас. А я так понимаю, что если мы сейчас отъедем, то... Ой, беги, 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 беги. Ты издеваешься? Так же ж нечестно. Так нечестно, алло. Да ты издеваешься, ля. Сколько вас здесь? Отстань, пожалуйста. Ага, патрушки закончились. Ну все. Крисодонды стали в библиотеке. Все, беги за патрушками. Где-то, по-моему, они здесь были, если не ошибаюсь, да, вот они здесь были. Сейчас я пока мясик достану, меня укусят, да? Так, перезарядись. А куда ты пошло? Куда ты пошло? Так, у нас проблемка, у меня нету патрошков. Я не знаю, куда идти. Если честно, тут тупик. Только не говорите, что здесь тоже тупик. Ну ё-моё, ну и рано, не прикалывайся. Ну, алло. 10 патрошков. Ага. Но? Всё, шикарно. Побежали.
Так, дай. Хорошо. О, еще что-то есть. Так, здорово. А это твои, да, потрошки, я так понимаю? Йоа. Если бы я еще попадал бы в тебя, было бы вообще шикарно. Если бы я еще попадал бы. Так, 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 сейчас одну секунду и пойдем дальше. Так, я так понимаю, нам сюда? Или куда? Алло, игра, дай мне, пожалуйста, подсказку. Я не знаю, куда идти. Где река? С какого лева она должна быть? 24 потрошки. Ага. Прикольно. А мы, походу, заблудились. Что-то мне так кажется, что мы, походу, заблудились. И целая серия у нас будет ни о чем. Мы просто с вами бегим в лесе. Бегим в лесе, в лесу. О, потрошки. Хорошо. Но раз здесь потрошки, я не залутал, значит, может, сюда? Значит, возможно, сюда. А может и нет. Блин, а какое начало было прикольное? Не, может, я, конечно, нагнетаю, но начало было реально прикольное. Так. Куда нам надо? Туда, да, да? Надо. Ладно, пошли. Надпись гласила, там все безопасно, можешь идти даже без оружия. Так что идем, сходим, посмотрим. Надеюсь, нам хватит потрошков. И надеюсь, мы в правильном направлении идем. Потому что если нет, то в принципе на этом, как говорится, третья серия закончится. Так. Ага. Jesus. Guess the forestry service hasn't been around to clear this mess. Так, похоже. Лесная служба здесь еще не убралась. Нужно найти другой. Ой, другой вход, другой выход, другой путь, другую игру. Походу нужно будет найти, да? Ладно, ладно, бегим, бегим, бегим. Я же говорю, они сильно затянули с этим лесом. Можно было немножечко, как говорится, побыстрее это все сделать. Ну, чтобы типа сестра такая, вот тебе координаты на телефон. Беги в эту точку. И ты такой... Это такое... И ты такой с помощью телефона и нашел, куда тебе надо. Так, эти вот звуки мне вообще не нравятся. Бонжур. Понял, ладно. Надеюсь, это лось просто тут ходит. Бродит, что-то ищет. А не гребаный Бигфут, который нас сейчас только кусь и пополам. Ну, где это то, что я ищу? Где оно? Where are you? Ой, ё! Так. Перезарядись. А перезарядись, пожалуйста, алло. Ну, ты понимаешь, она не хочет его поворачивать. Дерево, дерево, я застрял, алло.
Алло, игра. Нет, неудобно. Неудобно вообще это делать, неудобно. Так, я уже, по-моему, 12 раз сказал. Да, наконец-то. Ладно, ладно, бегим дальше. 66% у нас, а аптечек у нас здесь нету. Еще пару вот таких вот кусь и все, и... Ну, заканчивайся, пожалуйста. Так, лучше вместо этих потрошков, наверное, нам... Дай забрать, пожалуйста. Ай-я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 й. Страшно. Ты злой, страшный серый волк. Я знаю все. Умнишка. Пофуф. Так, побежали. Ну, надеюсь, это то место. Во, аптечка, дай сюда. Здесь это то место, что нам нужно. И патрошков как раз разбросано. Походу, сейчас тут что-то нас ждет с вами. Сейчас мне кажется, что нас тут что-то с вами сейчас ждет. Так. Черепов много. Ага. Все. Да, все. А теперь давай смотреть, куда и нам надо. А если тут везде один тупик, да, сейчас будет? Да. Здесь тупик, и невидимая стена нас не пропустит. Мы с тобой не можем пройти сквозь кусты, понимаешь? Я только что уничтожил демонов 20, наверное, а я не могу пройти сквозь кусты гребаные. Ля-ля-ля. Так ты с другом еще тут, да? Ты еще и с другом здесь. А, ах ты падла, перепрыгни, пожалуйста. Я только что аптечку заюзал. Я только что, падла, заюзал аптечку. О, где сестра? Где наша грёбаная сестра? Почему она нас бросила здесь? Ё, ну здесь дальше тоже тупик, ну вы видите. Здесь больше ничего нет. А куда дальше идти, я не знаю. I don't know. Так, можно тут пройти, пожалуйста? Вроде можно, да? И вроде впереди кто-то бежит, она... Ах ты падла, ага, прятался, да, там? Падла, прятался. Все, до побачення. Так-то где? Ага. Все, заканчивайся, пожалуйста. Беги, Дэниел, да что бежать, все нормально. А, 0 патрушков. Поздравляю, у нас с вами 0 патрушков. Но сейчас придется бежать. Сейчас, если здесь не осталось, а здесь, походу, не осталось, то сейчас придется нам... Ага, записка. Очередная записка. Сейчас мы ее прочитаем. Так, ну хотя бы 12 патрушков уже... Уже хоть что-то, согласитесь. Вот еще 12. Отлично. Сейчас тогда залутаем и пойдем записку прочитаем. Интересно, что там будет написано. Так, все, побежали. Так, давай читаем. Теперь понятно, почему здесь люди не отдыхают. Из-за жутких ночных звуков я почти не спала. Да.
Эко-неделька. Подальше от мирной суеты и работы. Так. Бла-бла-бла. Думаю, кто бы там во тьме не был, он решил не рисковать своей задницей перед клыками злой 32-килограммовой овчарки. Остался лишь день. А потом все вернется на круги своя. Не, не вернется. Что-то мне кажется, что сейчас где-то всплакнул один Джон Уик за собачкой. Потому что ее занямали, я так думаю. Что-то мне так кажется, что ее реально занямали. Эту собачку. Жалко, конечно, собачку, но, как говорится, селеби. Такова жизнь. Так, во-во-во-во-во. Это куда поссать отходил, когда я с твоими братьями тут разбирался монстрами. Блин, мне самое больше вот эти маленькие бесят. Что-то они какие-то бесячие. Так, зато потрошков насыпали, я смотрю. Неплохо так. Ладно, бегим. Бегим, бегим, бегим. Не знаю, куда мы сейчас добегим, но, в принципе, я думаю, уже сколько? Минут 40 идет. Нет, не интересует. Не-не-не. Минут 40, наверное, серия идет. Скоро надо будет заканчивать, а мы еще с вами даже никуда и не пришли. Угу, прикольненько. Можешь так серию и назвать. Тупо ни о чем. Так, а можно мне здесь где-то автосохранение? Можно ли мне здесь где-то автосохранение, пожалуйста? Чтобы я понимал, что мы правильно с вами идем. Ага, ну суть... Я бы сказал, судя по монстрам, мы правильно идем, но даже когда мы в тупик, помните, заходили, они там были, то... Это, как говорится, еще не вариант, что мы идем правильно. Куда и нам нужно вообще идти. Так, не, сначала с твоим младшим братом разобраться надо. Так, стоять. Ах ты, падла, кусь сделал дядя в пуховике. Пуховик порвал. Штаны порвал, все порвал. 78%, хорошо. Хорошо, в принципе, еще по здоровью нормальном. Так, побежали. Побежали. Ой-ё. Я что-то на бревно засмотрелся. Засмотрелся на бревно. На бревно, падла. И тут бабайка вышел. Самое интересное, что он даже не смотрит, куда мы стреляем. Вы это видите? Он даже в эту сторону не смотрит. Чисто на отъезд, как его, на отъезд. На отъезд стреляет. Даже не знаю, какое культурное слово подобрать. На это, на отъезд. Так что жду ваших вариантов. А, падла! Остань! Сколько вас здесь? Say goodnight, asshole. Так. Розочками, да, раскидываемся с фильма? Ладно, давай, епикай ей. Ладно, побежали. 30 потрошков. 30 потрошечков. Это мало, Васенька? Вот, сто аптечку нашел. Так, очередная дорога налево и направо. Ребят, меня эта дорога уже задолбала, если честно. Я не шучу, реально задолбало.
Так. Давай сюда. Не знаю. Давай сходим сюда. Даже если здесь тупик, то хотя бы патроны полутаем. То хотя бы полутаем с вами патрошки. О! Здорово! А я патрошки тут лутаю. А что вы там вдвоем делали, а? Скажи честно, что вы там вдвоем в кустиках делали? А, вас там трое даже. Понял, целовались, наверное, да? Наверное, целовались, а я вам помешал. Ага. Бежит. Волосики назад, а я не попадаю. Монстра волосики назад, а я все еще не попадаю. Так, кто не верит, что здесь такое ужасное управление, скачайте, поиграйте. Вот, только ради этого, как говорится, стоит эту игру скачать. Так, побежали. А, да, еще и ради быстрых текстов, которые они так очень быстро говорят, что ты не успеваешь читать и в принципе, не понимаешь, что здесь происходит. Так. Если честно, я не ожидал, что мы будем так долго бежать непонятно куда. Непонятно зачем. Я думал, чисто ты знаешь, налево-направо, там 200 метров прямо. Найдем все, что нам нужно. И начнем уже за бабулькой охотиться. Я так понимаю, нам нужно будет потом бабульку мэкнуть в конце. Так, аптечка. Ну ладно. Ладно. И тупик, да? Меня это не интересует. Нам нужно обратно идти. Ладно, ладно. Знаете, что я предлагаю? Наверное, предлагаю уже в серой зоне, как говорится, в следующей этой серии продолжить. Потому что, ну, это бред. Ну, сколько мы тут? На час будем еще бродить? Я понимаю, что серия ни о чем. Мы, в принципе, просто бежали в лесу, ну... Считайте это как сталкер. Там тоже чисто бегаешь, непонятно куда. И непонятно, что делаешь, сражайся с монстрами. Так что идемте до развилки. Да и будем заканчивать. Надеюсь, что в следующей серии будет немножко интересней. Все, как раз автосохранение. Так что давайте, наверное, на этом реально закончим. А тебе все равно, да? Чисто монстры, не монстры, ты о своем думаешь. Понял, все. Всем пока-пока. Крица, да потом. И думаю, в четвертой серии будет немножко интереснее. Так что все, всем мур-мур.